Всем здравствуйте. Вот, в общем, на котловане приехал попробовать ротанов половить. Ну, короче, лед, я скажу, так себе. А вот я ходил и все потрескалось. Ну, короче, он там, как бы до центра я дошел. Топором продолбил, все хрустит. Попробую поймать. Одного видел здорового там такого, с ладошку даже больше, наверное. Лед сантиметра там, не знаю, он, наверное, 2,5. Короче, рано еще выходить на первый лед. Как где, не знаю, у нас рано. По крайней мере, на озеро точно. Хотя я сегодня на озеро зашел, но дальше, чем вот отсюда до берега. И думал, здесь вообще уже лед толстенный, притолстенный. Обычно у нас озеро одно из самых последних. Замерзает. О, вот сразу во все стороны все треснуло. Ладно, пока, короче, не оттаяло, зайду попробую, может, что-то да получится. Че, в общем, у меня первая поклевка. Вот такой вот ротанчик. Камеру с собой не беру, то что там все пока не надежно, глубина где-то по грудь. В общем, до дна я все равно достану. Но уже поймал, уже хорошо. Но это на четвертой лунке. Уже в обратную сторону шел. В общем, с первой рыбой меня как-то вот так вот пахнет. Еще, короче, чуть сейчас дроном в лебедей не врезался. Дрон с собой еще. Летал тут в округе, короче, разглядывал, что, чего, кого. Солнце слепит, как бы не видно. Улетел где-то уже на километр, наверное. Где-то высота, наверное, метров 60-70 была. Смотрю потом на дисплее резко. Как думал, чайки, короче, атакуют дрон. Потом нет, оказывается, лебеди его облетают. В общем, включил режим спорт. И даже я скажу, короче, я их догоняю. Где-то скорость 64-66 километров в час они летят. Вот такие дела. Может быть, видео отдельно добавлю, либо приложу. Ну, а сейчас пойду пробовать дальше ловить. Что будет, засниму. В общем, поймал я там второго ротана. Сейчас пойду еще попробую поймать.
Ну что, в общем, рыбалку я заканчиваю где-то часа я два. Пробовал, наверное, вот этого беру. Общий улов засниму. Сейчас маленько вроде активизировался клев. Поймал, в общем, всего я 15 штук. Вот таких вот. Вот самый большой. Наверное. Лед стал проседать. Короче, там вода у меня пошла уже на лед. У той лунки пошла. Каждый раз хожу, все постоянно. Трещит все больше. Трещин больше. И уже сижу и чувствую, что начинает он оседать. В общем, вот такой вот первый лед. Вот такая рыбалка. Сезон открыт. Дальше не знаю, получится, не получится еще половить, но будем пробовать. Вот такие дела. Всем пока.